Что такое счастье? Настоящая дружба, любовь. Возвращаться домой. Всегда думать о близких, о тех, кто ждет. Встречать новый день как мгновение. Ценное мгновение жизни. Открывать новые возможности. Вдохновляться, помнить о главном каждый день. Видеть заветную мечту, дорожить ею и оберегать ее, стремиться к ней и знать, все получится. Так просто вкладывать любовь, тепло, свою душу во все, что делаешь. Помогать сделать первый шаг тому, в кого веришь. Это лишь начало пути, где каждый из нас выбирает свою дорогу. Все мы разные, и в этом богатство и сила. То, что помогает выбрать верный путь. Для кого-то этот путь – поиск вдохновения. Для кого-то – дарить тепло и заботу близким. Хранить память о главном. Помнить о том, что важнее всего в этой жизни. Ценить эти мгновения сейчас и хранить воспоминания о них в будущем. И зная эти простые истины, так важно видеть, как исполняются мечты, когда опыт дает свои плоды, надежда придает сил, энергия приводит к большим победам, настоящей радости и неповторимому ощущению жизни. Прямо сейчас. Мгновение счастья, радость, дружба, любовь, преданность. Ощущать всей душой красоту, дышать полной грудью, наслаждаться свободой полета, не переставать удивляться, открывать новые горизонты. Все, чем наполнена жизнь. То, что можно почувствовать только в своем доме. Дом в жизни каждого – место, куда зовет сердце. Беларусь – страна для жизни.